Разбитая витрина и сломанный планшетный компьютер – результат ночного налета. Нам удалось связаться с продавцом по телефону. Молодой человек говорит, что еще легко отделался. У него всего лишь небольшая царапина. Один из них залетает молотком и разбивает витрину прямо у меня на глазах, и рядом был посетитель. Мы зашарахнули в сторону, испугались. Но чувство самозащиты сыграло, и я, бросившись на него, схватил за руку, откинул ее молоток, там мы кричу, помогай, помогай. Все произошло буквально в считанные секунды. Вот эти кадры, запечатленные камерой видеонаблюдения. Злоумышленник успел нанести лишь один удар молотком по планшету, заодно разбив и витрину. Дальше началась борьба. На помощь нападавшему пришел его приятель. Он набросился на продавца с кулаками. В этот момент из соседнего павильона, услышав шум, вызвали полицию. На пульт дежурного 2-го батальона поступил сигнал о нажатии кнопки тревожной сигнализации по адресу авиамоторный дом 39. Куда незамедлительно были высланы наряды полиции. Стражам порядка оставалось лишь задержать злоумышленников и доставить в местный отдел МВД. Задержанные оказались ранее судимы. Похоже, теперь из-за своей пьяной выходки они могут заработать очередной срок.